Привет! Сегодня поговорим на тему студенческая виза в Австрию. Если вы собираетесь получить высшее образование за рубежом, то Австрия один из лучших вариантов. Это продвинутая страна, известна своим качественным уровнем обучения. Подача документов на визу осуществляется лично. Рассмотрим необходимые документы. Это разрешение на пребывание в Австрии, подтверждение, что вас зачислили в ВУЗ, загранпаспорт и свидетельство о рождении, также фото, выписка из банка о том, что вы можете себя обеспечивать, справка о медицинском страховании, справка о том, что у вас есть жилье в Австрии, это арендованная квартира, либо комната в общежитии. Национальная виза D дает право находиться в Австрии от 3 до 6 месяцев и до 3 месяцев в других странах Шенгена. Дальнейшее пребывание возможно только при наличии разрешения на временное проживание или ВНЖ. На выдачу этих документов в среднем понадобится от 2 до 6 месяцев, поэтому мы рекомендуем начинать их оформление сразу после прибытия в страну.